Вау, друзья, всем привет! Я с новым обзором нового завоза Орхидей. Я уже пробежал, кое-что увидел интересного и готов показать вам новые поступления, новые малявочки, новые орхидеи. Плюс еще мы с вами зайдем в отдел с уцененными орхидеями и посмотрим, есть ли там что-то для нашего проекта. Ну, о нем чуть-чуть позже, кто не знает, в чем суть до дела. Итак, друзья, посмотрите, какая роскошная, обалденная мини-орхидея. О, какие корни! Обалдеть, друзья! Орхидея, кстати, смотрите, перевалочкой из торфяного стаканчика перевалена. Тоже непонятно, в чуть побольше размер. Так, по 398 рублей эти менюшечки. В побольше размер. Это, друзья, Neon Magic. Орхидея Neon Magic. Роскошная, нежная, желтая. С такой неоновой серединкой. И рядышком венозная, неоново-темно-лиловая. Какая такая орхидея. Серединка очень такая темная. И посмотрите, какие у нее корешочки. Да, это свежие корешочки, но здесь без перевалки. Есть чернота на основании, но это, друзья, все легко решается. Как минимум топаз, а как максимум можно чуть-чуть почистить и раствором Максима. Так, а это у нас что за красотка? Это, друзья, похоже на мини-редлип. Друзья, но это не мини-редлип. У нас на канале есть и редлип орхидея, и мини-редлип. Они обалденные и, конечно же, немножко отличаются. Серединка у мини-редлипа точно такая же, губа усатая. Да, усатая. О, здесь тоже чернота. Но это, друзья, чернота в большей степени происходит от вот этого вот стаканчика, торфяного стаканчика. Он начинает разлагаться, и весь этот продукт разложения переходит на основание орхидеи. В принципе, если не запускать весь этот процесс, то можно, в принципе, легко от этого избавиться, обработать топазом и поместить в неорганический грунт на какое-то время, чтобы орхидея адаптировалась. Вот мы помещали и в цеолит, и в перлит, и в керамзит, и в пеностекло, в общем, в разные неорганические компоненты. Или можно вообще в открытую поставить какую-то емкость. Посмотрите, какая неженятина, вау! Вау, посмотрите, такая розово-сиреневая орхидея, нежная-нежная. Вот в серединку обратите внимание, такие мелкие крапушки у этой орхидеи. А здесь картина у нас тоже самая такая. Корни, в принципе, неплохие, жизнеспособные. Посмотрите, какие роскошные корни. Но вот эта вот чернота от разлагающегося торфяного стакана, конечно же, это беда. Нужно ее при покупке, после покупки сразу доставать. Так, орхидеи похожи на кренберри-чача. Друзья, но это один из вариантов цветения кренберри-чача. Их сейчас уже, если мне память не изменяет, уже 5 или 6 вариантов окраса. Кстати, некоторые уже поимели собственные названия. Раньше были кренберри-чача, кренберри-чача 1, кренберри-чача 2. И вот какие-то номерки уходят, и кренберри-чача получают свои имена. Но это как-нибудь в одном из следующих видео, когда менюшки у нас зацветут. Вот это вот интересно, такая, знаете, неоново-кораллового окраса, такого нежного, выстиранного, чем-то похоже на Happy Carol. Есть такая орхидея, выцветшая. И вот это тоже такая необычная коралловая звезда. Так, что у нас интересное? У нас еще ждут, друзья, уценочки впереди. Посмотрим, что там у нас. Я одним глазом посмотрел. Там, в принципе, есть неплохие экземпляры. Но я не знаю, кому-то из вас интересно, это нужно будет или нет. Одно дело, когда я в прошлый раз зашел, взял уценку Клеопатру, роскошную, сочную, обалденную. И совсем другое дело, это безымяшки. О, посмотрите, ну вот это прям похоже на орхидею. Ой, на орхидею, господи, на цветы, цветущие, ну, или вишни, или еще чего-то такое, абрикосы, ну, в общем, каких-то плодово-ягодных деревьев. Вот эта вот орхидея, похоже, желтеет листики. Так, ну что, давайте перемещаться. В общем, из менюшек есть целая коллекция. И как всегда, друзья, меня преследует вот этот вот роскошный, желтый, обалденный, обалденная орхидея с
нежно-сиреневым таким вот фартуком, да, юбочкой, с нежно-сиреневой юбочкой, друзья. А вот как не делаю какой-либо обзор, обязательно один такой желтый цветок стоит. Мне его писали название, но я, честно говоря, не отложил себе в подсознание название этой орхидеи. Почему? Потому что, ну, я сейчас бульбовые особо не собираю. Я все, что бульбовые орхидеи у меня были, я все их раздал, ну, что-то продал, что-то обменял. Потому что времени не хватает даже как бы на фаленопсисы, и они съедают тоже немало времени. Их огромное количество, у меня почти под 300, даже несмотря на то, что почти под 100 я в этом году орхидеи раздал на нашем канале. Да, кому-то даже выигрывшие орхидеи по 2 штуки вложил в посылочки, кому-то даже и по 3. Вот, поэтому около 100, это не пойму, она засохшая, наверное, да, посмотрите, вот это вот камбрия, да, по-моему, она подсохла, да, поэтому такие какие-то у нее подсушенные цветочки, похожие на курагу. Так, а что у нас здесь еще? О, смотрите, какие дендробиумы сочные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вандалы, друзья, вот это вандалы. Посмотрите, что творят, ай-яй-яй-яй-яй. Выдернули орхидею из горшка. Ну, это, знаете, те люди, которые тянут за кулек. За кулек или за вот вверх, за цветонос, а не за горшок берут. 1355, друзья, рублей эта орхидея стоит. Как жалко, но мы еще посмотрим на нее. Здесь у нас дендробиумы для любителей дендробиумов. Здесь целый, наверное, сколько? Раз, два, три, четыре. Друзья, четыре. Да, 4, 5, ну 4, 4 окраса, 4 варианта цветения дендробиумов, и посмотрите, какой, вау, прям пальма, пальма-пальма, посмотрите, какой красавчик, дендробиумы, 4 единицы, 1111, ну вот почему не 1110, не 1112, а вот чтобы красивое было число, забабахали 4 однерки, 1111 рублей. Интересный дендробиум. Здесь их несколько штук. Есть еще саннуки стоят. Вот такие вот интересные парочку штук. Но самую большую коллекцию я, конечно, в Ашане. Кстати, мы в Леруа Мерлене, друзья. Это Леруа Мерлен магазин. Волгоградский Леруа Мерлен. О, посмотрите, кто спрятал сюда вот эту красотку. Вау, 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 вау. У нее, посмотрите, боковые лепестки немножко с боков, знаете, поджаты немножко. Поэтому форма такая необычная лепестков. Интересно, это разовая мутация или какая-то такая постоянная будет форма лепестков у этой орхидеи. Тоже очень нежная, как будто крапушки, видите, как бисер нанизаны на такие тоненькие лесочки. Красивый окрас у этой орхидеи, такой нежно-неоново-сиреневый. О, и корни здесь, смотрите, какие сочные, интересные. Но орхидея хочет пить. Здесь они у нас стоят по 655 рублей. Тоже неплохие экземпляры, надо сказать. Я думаю, что что-нибудь интересное можно подобрать. Вот, например, в пару вот эту вот орхидею. Кстати, вот такую орхидею, которая справа, мы с вами выходили в прошлом году. И она одна из первых у нас отправилась победителю, кому раздавал орхидеи. Это тоже в уценочке, помните, покупал. Вот такие вот роскошные орхидеи. Интересно в уценках покупать. А когда покупаешь, не понимаешь, что там за орхидея, какая расцветет, ну, не так уж интересно. Ну, ладно, пойдемте посмотрим, что в уценочном отделе находится. Так, 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 так. Ну, что-то есть, посмотрите. Опа, что такое 800? А, по 290 рублей есть экземпляры, друзья. По 290 рублей. Сейчас мы поближе посмотрим. Сейчас вот на что у меня глаз упадет. Так, здесь бульбовые стоят, орхидеечки. А вот здесь вот фаленопсисы. Вот такой немаленький есть, хороший. О, миди-размеры. Миди-размеры, по всей вероятности, белый. Потому что много здесь белых опадших цветов. Ну вот, к примеру, вот это, например, посмотрим. В принципе, что у нас тут? 290 рублей, друзья. Неплохо. Плохой, в принципе, для уценки экземпляр, я бы так сказал. Ну, немножко листик вот этот вот снять нижний, немножко обработать. Какой-то, знаете, смотрите, серебряный такой налет. Не налет, а серебряный окрас у листьев.
интересный экземпляр. Ну, вот это вот белое, друзья, белый фаленопсис, 200 тоже 90 рублей. Листики тоже в размере, да вообще фаленопсис в размере миди. То есть, видите, как компактная розетка такая, компактные листья у этой орхидеи. И вполне стандартного размера были цветы. Ну, судя по засохшим вот этим вот беленьким. Ох ты, там, смотрите, друзья, крашенка. Давайте посмотрим на крашенку. Возможно ли ее откачать, друзья? Ну, в принципе, не все так плохо. Большая часть корней в хорошем состоянии. Видно, вон, видите, от укола на цветоносе, от укола синим красителем. Их обкалывают, друзья, на самом деле, и колят в цветоносы, и куда-то там в корневую систему, и при поливе специальные красители есть, и применяют для краски, для покраски орхидей. Ну, вот это вот, видите, у нее листья еще синие, верхние листья, два листа синих. И вот такая вот она, в принципе, жизнеспособная, друзья. Смотрите, какие толстенькие у нее корешочки, неплохие. И, кстати, основание тоже, ну, такое хорошее, достойное. В общем, орхидея неплохая, но только на ней ценника почему-то не было. Хотя сами по себе крашеные орхидеи очень дорого, в два раза дороже, чем обычные. Так, вот, ух ты, тут прям, смотрите, за 290 рублей уже новый листочек лезет. Смотрите, какая малявочка интересная, легкая, высушенная. Поливать ее пора. Я думаю, что все-таки пару корней, возможно, у нее есть целых. В общем, друзья, не знаю, пока вот посмотрел, присматриваюсь на уценочки. Это для нашего проекта, в котором я сказал, о, здесь мучнистый червец, друзья, посмотрите. Это для нашего проекта, что я предложил вот ходить по уценочным отделам орхидей, скупать, ну, сколько им, ну, есть возможность, да, выхаживать у нас на канале, как раз болячки, насекомые, то, сё, треть, десятое, и эти орхидеи будут отправляться, буду дарить их вот по тому проекту, что раздавал в этом году орхидеи. Ну вот вроде бы много людей написало, зрителей, за эту мысль мою, предложение. Ну вот сейчас я посмотрел на эти уценочки, не знаю, интересно будет вам или нет. Да, друзья, жалко вот эту красотку, но за 1100 рублей, за 1000 сколько она там, 300, у меня пока нет желания покупать. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья, до встречи в следующем видео, всем пока.